Это мы приехали на Голубое озеро. Смотрите, какая красота. Там скала, с которой прыгают люди. Сегодня, правда, очень сильный ветер. Вообще красота. Я, наверное, плавать не буду. Все холодно. Сегодня выходные, много людей. Вот такое небольшое озеро, но очень-очень глубокое. Сегодня небо. В детстве каждое лето здесь была, на озере очень красиво. Очень классно. Тут рыбы такие прикольные. Ну, на этом озере на Ивана Купала много тупится людей. Да, каждый год. Но тем не менее люди плавают и радуются. Мои плавают. Максик, Тимяшка, Ялочка, Янечка. Надо себе хоть ножки помочить. Вот такая вода. Ого! Ого! Боже, какая она холодная, кошмар. А, она ж холодная такая. Алла, это тут какая-то типа глина, которой все машутся и думают, что она лечебная, да? Ага, не слышно? Чуть тапок не потерял. Ой, жабы, жабы, жабы. Ой, какие красивые. Ловите жаб, Макс, лови жаб. Ой, лягушки. Я говорю, что тут глина, которой все мажутся и думают, что она лечебная, да? Да. А, все понятно. Бабушка Питера и бабушка Маша мажутся. Да, то есть. Макс, со скалы не хочешь спрыгнуть? Со самой вершины. Не хочу. Такая красота. Небо. Наверное, будет дождь. Какая красота. Сашка, раздевайся. Попробуй, хотя бы ножки намочи. Смотри, я уже тоже, уже даже привыкла, что вода холодная. О, так Аня нормально плывет, смотри. Даже быстрее, чем ты, Ал. Ой, если бы не было такого холодного ветра, может, я бы тоже бы поплыла. Класс. Я вижу, как такое, как небольшое озеро. Хорошее. Но очень-очень глубокое. Все, нема, пішов на дно. Я вже хотіла нырять за тобою. Залпа! Ну ё-моё, ну ё! Да шо вы хотите, я потом покажу. Лёха, ты где? Лёша, если что, я тебе свои трусы дам сухие. Ну, я потом разберу. А ну давай, Алла, ты так тоже. Да, давай. Ныряй. Не, палец. Моя майка подходит под труселя, мои розовые. Ныряй.
С разгона, давай. Бежи к маме. Да нет, Таня, реально залазь. Не так глыба. Да что ты думаешь, скоро ехать будем? Пока нема дождя. Ой, какое небо. Смотрите, какое небо, мой лавик, вообще круто. Блин, если б не было такого холодного ветра, я б уже была бы там с вами. Не, ну в воде я уже привыкла, ноги привыкли. Рыбок столько маленьких плавает. И жабок. Там что мне рыб. Что жабка, что рыбка. Да ты что, надо боком стать, Макс. Уже там гремит что-то. Надо боком. Станешь. Не сделаешь так. Ой, что-то гремит. Не успела. Ой, класс. Ой, ой, у меня тапки пошли куда-то присосали. О, лягушка, лягушка. А, кричу. Лягушка царевна. Или это принц царевич? Лягушка принц. Что? Кто? Мне кажется, или где-то что-то гремит? Не, гремит. Теплая, хорошая. Ныряй, умеешь плавать? Плавать не умею. Ну, ты главное начни. Я тебе покажу, где глубина, Алексей, до которой ты можешь идти. Тут где-то бутылочки были. Нет, бутылок здесь нет уже, они здесь были. Давай, давай, смелее. Вот смотри, как здесь. Плыви, Каня, ныряй и плыви. Она тебя там подхватит. Я тебя покатаю, хочешь? Да тут уже так вот мелко. Тяжешь так. Ну что? Давай, на счет три. Я еще кричу. Раз. Давай, еще немного. Давай. Да. Вылазишь уже? Холодно. Конечно, холодно. Я уже. Ого. Ого. А ты что, Лёшка? Теперь давай, давай, ныряй. Ну, залазь и вот так вот. Давай, давай. И поплыли. Плыви. Давай, начнем три, раз, два, три. Вот так. Все, я выхожу. А там уже гремит. Небо волной пошло. Ой, такое красивое небо, смотри, волной пошло, видишь? Ага. И там уже гремит нормально. А, не поняла, все ушли, а Саша кто-то покупается? Покупай! Мама, хватит курить! А вода потеплая! Плыви, Каня, плыви, давай. Чтобы не замерзать, давай, перечи, двигайся, да. Сейчас начнется дождь. Смоет дорогу! А ну, давай. Ну, если постоять, то можно привыкнуть. И, конечно, она уже будет теплая. А ты тоже вот так вот нас ножками подвинь. Тебя Аня уже практически на руках несет. Это ты меня так испугала, что ли?
Все, вылазим. Все, наплавались? Да. Cheers! Давай, плыви, плыви, плыви. Мои ноги! Да со всех сторон небо коптится. А ты стоишь такой? Ну что, залазьте в палатку, прячемся от дождя в палатку. Ваня. Эй, Макс, зря мы трусали. А ну покажи дырку. Ту дырка, може щось прилипло, да? Покажи дырку. Где дырочка на страхе? Шоколадная. Какая у тебя красавица. Да его любимый трусы. О, да, все, ребята, закругляемся. Берем свои чужие вещи, не знаю. А у меня ноги грязные. Макс, вещи там, вон твои. Среда. А вы туда есть или что? Конечно. Ну да, был этот. Иван Хей? Не. Хватит снимать. Не ходи, пожалуйста, по этому. Алла, сними полотенце. Снимай, давай. Как его? Да я не буду. Юрко Галай. Юрко Галай, Дима Котик. Дима Котик. Алена Котик. И все наши. Чисто все наши девушка были. Или как? Кидай на пол. Тарот мастер. Всех сдал. Теперь мне придется удалять видео. Да. И броситься в море. Блин, давай это. Мама, подержи с ней. Вытри только маска. Вытри все, чтобы это. Снимай! Ух, как он. Ну, я, наверное, буду заходить. О, а мы под этой грушей прятались тогда, когда был сильный ураган, и мы это конкретно тогда попали. Оказались сами на озере среди ужаса такого. Так, вы-то помните, где на Матюре надо выезжать? Помните. Потому что мы так смело по кругу проехали, а потом думает. Поворот главное не забыть тут, чтобы на нормальной дороге подъехать. Ну, вот, да. И мы под этой грушей стояли, короче, вот. Да. И такой начался ливень, град. Ужас. И вы под ней стояли, да? Не боялись, мы стояли, что молнии. И молнии. Такое творилось. Мы потом через лес шли домой, накрывшись покрывалами. Хорошо, что мы сегодня на машине. Ага.